Да, слава Богу, друзья. Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу. Хвала. Приветствую всех. Вот после утренней молитвы я решил вот еще сделать трансляцию сейчас. Планировал сейчас уже быть уже в парке. Но в парке сегодня, сейчас вот дождь пошел просто. Возможно, он сейчас уже затих уже. Возможно, сейчас уже прекратится, поэтому я пойду. Но решил, пока я здесь, пока я на квартире, пока дома, то сделать еще одно включение после утренней молитвы. Я еще вот под таким впечатлением вот этой песни, которую сегодня пел я, вот, что он мой отец, он мой папочка, да, и я его возлюбленное дитя. Очень трогательная песня. Ой, молюсь и благословляю вас, друзья. Благословляю во имя Господне. Вот сейчас я попробую включить этой переключалкой. Вы увидите здесь сейчас парк Киото. Так, вот это здесь, да? Так, есть. Ага, вот, есть. Ага. Слава Богу. Вот. Ну, дождик уже почти перестал. Так, моросит чуть-чуть совсем уже. Там. Где народ? Вон зонтиком идут. Да, это парк Киото. Парк. Так, здесь мой балкон. Но вот в парк Киото. Слава Богу, Святому. Аллилуйя. Вот, это снова я. Переключал, когда сработало. Да, хорошо. Вот так вот, да, хорошо. Возлюбленные, благословляю всех вас, дети Божьи, дети великого царя, царей. Вы знаете, действительно, вот это осознание того, кто мы есть и что мы есть, собственно, да, на этой земле. Кто я и для чего я? Это такие основные вопросы человеческого, да, человеческой души. И так, когда есть ответы на эти вопросы. Ой. Так здорово, когда есть правильные ответы на эти вопросы. Истинные ответы, правильные ответы от нашего Бога, от того, кто создал нас. Правильные ответы от нашего Бога следующие, что мы на этой земле действительно не случайно, а мы его творение, Божье творение на этой земле. А он наш отец, он наш благой, добрый отец, который создал нас. И все, что мы видим и не видим, чего мы, да, знаем, не знаем, он творец всего, Бог, отец наш, родитель наш. Вот кто ты, вот кто ты. Ты мой добрый отец, мой небесный отец. Вот кто ты, вот кто ты, нежный папочка Бог. Вот кто ты для меня навсегда, нежный папочка Бог. Вот кто ты для меня, мой небесный отец. Вот кто ты, да, для меня навсегда, мой небесный отец. Да, и каждый из нас, любимые его дитя на этой земле, каждый из нас, да, мы любимые дети любящего нашего Создателя, любящего нашего Господа. Это так прекрасно, друзья, это так здорово, так восхитительно. Очень Богу благодарен я. О, спасибо, Господи, за все, спасибо. И вот после утренней молитвы сегодня уже не один час прошел, а я все еще под таким впечатлением, знаете, вот. О, и даже хорошо, что дождь пошел, задержался вот дома. Молюсь здесь, благодарю Бога за все. Знаете, вот в этом таком присутствии Отца, присутствии Бога, в этой атмосфере Бога, в этой атмосфере божественной реальности, которая реальнее, чем все остальное вообще. Реальнее, чем я, ты, он, она, да, чем весь этот мир, чем этот парк.
чем вся земля наша, небеса. Он реальнее всего. И, друзья, делюсь с удовольствием этой любовью Бога, делюсь с превеликим удовольствием вот тем откровением, да, о любящем нашем Боге, о любящем нашем Спасителе, о завершенной работе нашего Искупителя Иисуса Христа. Есть такой термин, я его встречал уже у многих проповедников, мне он очень понравился. Завершенная работа Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Действительно, да, Он все совершил. И вот 2000-летия уже подряд, 2000-летия раскрывается вот эта великая тайна божественной любви. Раскрывается вот это Бога-отцовство, раскрывается действительно вот наше с Ним взаимоотношение как любящего и любимых, любимых и любящего. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И весь этот месяц в традиции еврейской мы его называем Элуль, значит, сокращенно, да, «Ани ледоди ведоди ли», так более подробно. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. И этот месяц, он действительно месяц особенного переживания божественной любви, особого переживания. Я даже вечером не знаю, я думал другую песню петь, я, может быть, даже буду эту же песню петь, которую пел утром. А может, Бог даст другую, не знаю. Но вот пока вот эту пою песню, вот и не могу остановиться просто. И восхищаюсь Богом моим, да. Переделываю эти слова, импровизирую, переделываю слова, другие слова пишу, ну, пою уже, но смысл тот же самый. Мой небесный Отец, вот кто ты, вот кто ты. Нежный папочка Бог, вот кто ты для меня. Мой небесный Отец, навсегда, навсегда. Вот кто ты для меня. Навсегда, навсегда. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Да, дождь снова усиливается. И вот тоже очень красивый образ. Еще раз, полюбуйтесь на дождь. Я очень люблю дождь. Вот и очень красивый образ дождя. Красивый образ дождя – это образ того, как благодать Бога изливается на всех, и любящих Его, и не любящих, и знающих Его, и не знающих, изливается на все творение Его, и на праведных, и на неправедных, и солнце Его всем светит. Сейчас, надеюсь, мы увидим вскоре солнце, пока дождь. И солнце Его всем светит, и добрым, и злым. И хотя вот горизонт весь заложило прям, слушайте, вот такой прям над Киевом сегодня прям такие облака. С утра прям пасмурно уже, и вот идет дождь. Но природа умывается, омывается. Видите, как все пожелтело, трава здесь пожелтела, выгорела. От того, что не было дождей, от того, что да, сушь. И сушь, она все иссушает. И там и за дорогой тоже все желтизне, все в такой осенней желтизне. Это из-за того, что у деревьев, у кустарников хотя бы корешки там подлиннее, они там могут где-то там с глубин взять, значит, влагу. А травушка, она быстро засыхает. На клумбах там еще более-менее поливали, она хотя бы зеленеет. А так вот, вот так же и человеческие души наши, да, кто-то поглубже корешки пускает, вот, и влагу доберет. А кто-то засыхает очень быстро. Большинство людей, да, быстро засыхают, потому что не имеет глубоких корней. Но Бог хочет всех напитать, и глубоких, и неглубоких, и всех-всех-всех. И напитать своим дождем. Вот действительно благодать. Благодать нашего Господа. Аллилуйя. Да. Образ очень красивый дождя. Люблю очень дождь я, и там у меня флаг Израиля. Аллилуйя. Да. Там напротив тоже дом. Это все улица Киото у нас здесь. Да, спасибо, Господь, спасибо, спасибо за добрый дождь, который наконец-таки вот напоит землю, пусть немного, но напоит землю, да, потому что земля иссохла уже, вот, трава вся засохла,
Спасибо тебе, Господь. И так вот, также Духом Святым своим напояй сердца людские, напояй сегодня всех нас во имя Иисуса Христа, всех людей. Да, друзья, миллиарды людей, и все жаждут, да. Просто многие не знают, чего хотят. Большинство людей на земле, честно говоря, так положа руку на сердце, не знают, чего хотят в жизни. Я в этом убеждался много раз, общаясь с разными людьми. Верующие, то не все знают, вот, а неверующие вообще не знают, по сути. Для чего они, зачем они живут. Конечно, у всех есть свои какие-то ответы. Вот, но у настоящих детей Божьих есть ответ, очень хороший ответ. Мы дети любви, мы созданы им, мы живем им. Слава Богу. Да, кто подключился, я извиняюсь, я не делал никаких объявлений, просто спонтанно решил подключиться сейчас. Вот, из-за дождя, дождь все идет, не перестает. Вроде бы затихает, потом снова ливанет. Сейчас вообще прям, ух ты, как ливануло. Смотрите, красота какая, а. Вот. Вообще все заливает прям. А там вообще горизонта не видно теперь уже. Все обложил дождем. Так что да, посижу сегодня в квартирке. Хотя зонтик есть, можно выйти. Вот, и самое главное, конечно, да, вот, научился переключать теперь, знаю, как переключать, вот, при трансляциях. Вот, самое главное, живите в любви, дети Божьи. Вот, что хочу сказать. Вот, живите в любви, живите Богом, живите Господом, Его святой любовью. Живите этой любовью всегда. Благословляю вас, возлюбленные. Благословляю во имя Господне. Благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети Божьи, благословляю. Живите в любви, как чада возлюбленные, действительно, да. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Живите в любви. Это самое основное, это благодать. Это Божья благодать. Спасибо Господу за все. Благословляю всех вас. Вечером подключайтесь тогда, как обычно, по расписанию, да, уже такому сложившемуся, в 6 утра и в 6 вечера по киевскому времени выхожу в эфир. Ну, иногда бывает и вот так вот выхожу в эфир, когда возможность есть дополнительно. Вот. В ожидании праздников Господних ожидаем. Вот. Кстати, а в традиционном православии сейчас праздник Преображения, ведь знаете, да? В традиционном православии, ну и католицизме тоже, ну, католики восточного обряда, греко-католики мы говорим, да, тоже, да, Герман сердечко прислал, слава Богу, да, да, так что, кто имеет возможность, те подключаются, да, и среди дня даже, слава Богу, вот, и с 19 августа, ну, даже с 18, там еще предпраздничество, и до 26, завтра последний день, получается, да, преображение, отдание праздника преображения, это как раз такой, не Господний праздник, конечно, это не праздник, который Бог дал нам, да, но это праздник церковный, но воспоминание очень хорошего события из жизни Иисуса, такой полезный, назидательный праздник, такой размышление как раз именно о преображении. И вот пусть преображение будет, ну и в природе, в животном мире, в растительном, во всем мире, да, а наипаче в человеческом. Преображаемся в славу Господа, взирая на Него, Герман пишет, да, да, аминь, аминь. Вот взирая на славу Господню, взираем, как в зеркало, да, видим. Это волшебное зеркало Слова Божьего на самом деле, волшебное зеркало Божье, потому что мы смотрим в это зеркало, а видим Иисуса, видим благодать, видим спасение, и это удивительное преображение, слушайте, удивительнейшее преображение. Спасибо тебе, Господь, за все. Так что да, преображаемся в тот же образ, в образ Христов. Все, с Богом, друзья, мир вам, благодать. Ну и пошел, наверное, под дождем все-таки прогуляюсь хотя бы немного. Все, с Богом.